Сегодня во время форума губернатор края Виктор Толоконский и генеральный директор компании «Полюс Золото» Павел Грачев подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Красноярским краем и предприятием. Так, со своей стороны, «Полюс» обязуется наращивать добычу золота, что приведет к увеличению налоговых отчислений в бюджет. Ожидается, что в целом налоговые платежи составят порядка 75 миллиардов рублей. А край будет развивать инфраструктуру Северо-Енисейского района. В частности, будет отремонтирована автодорога Епишино-Северо-Енисейский. Причем объем выделенных средств в этом году на эти цели составит около 500 миллионов рублей.